Всем привет-привет! Привет из Крыма. Как всегда показываю погоду в Крыму, температуру воды. Хотя купаться еще рано, лето еще в принципе не приближается, погода серая. Ну хотя февраль уже выходит на финишную прямую, остался март, апрель, май. Причем март еще ладно, он еще прохладный, а апрель уже все, зелененький, в цветочках. Уже классно, кто любит вот пеший туризм, гулять по горам, будет уже клево, солнышко, уже загорать можно в апреле. Май так вообще, там 9 мая, я надеюсь, на это 9 мая я в Севастополь сгоняю, или в Керчь, в города наши герои, покажу вам, как празднуют города-герои. Пока просто смотрим за морем, смотрим, как эти плещутся волны. Море сегодня тихое, к сожалению, хотелось бы шторм еще зимний поснимать. Хотя вот корабль зашел в бухту, возможно, в ближайшие дни шторм привалит. Поеду, поснимаю шторм в каком-нибудь другом, не в Судаке. В Судаке уже в этом году наснимал. Поеду в Орджоникидзе или Феодосию, какой-нибудь хотелось бы шторм там снять. Ну что, смотрим просто за морем. Сегодня такой маленький ролик о том, как живет Крым сегодня. Какая у нас погода. В Крыму зимой ничего не происходит особого. Все точки вон закрыты. Серость, тучи эти. Но ничего, совсем скоро здесь будет интересно. Весело, тепло. Блин, уже жду не дождусь, когда мы начнем купаться снова. Подводную съемку вам показывать. Какие-нибудь дайвинги покажу снова. Зима — это такой странный период. Есть люди, конечно, которые любят зиму, хотя крымская зима — это вообще не зима. Вот у нас середина февраля, самый разгар, можно так сказать, самого холодного месяца зимы, ходишь весь расстегнутый, потому что то там 10, то 15 градусов тепла. Может, когда снег, люди еще любят. Ну не, я люблю лето, тем более живя в Крыму, не любить лето — это вообще. Скоро, блин, поснимаем все эти куртки. Будем есть мороженое, пить холодные напитки, показывать вам всю красоту и веселье этого Крыма. Привет из Крыма. В Крыму зима, вот такая вот зима в Крыму. Ждем летом вместе, смотрим за морем.